Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас забавный сюрприз-микс. Скибиди Туалет Бокс, Дина Сити, Лол Сюрприз Саншайн Мейковер, питомец на удачу и многое другое. А начнем с вами с питомца на удачу. Такой небольшой пакетик. 12 видов в коллекции. Какой попадется тебе? Вот. Котики и еще есть собачки. Что характерно, у всех лапа с одной стороны поднята. Хотя есть и с другой. Ну, значит, с этой стороны, чтобы удача сопутствовала. Мы хотим котика, конечно же. Даш, черненький попался. Такой, ой, а что ты такой сердитый? Видите, какой он серьезный. Где котик? Вот он. Вот этот нам попался. Слушайте, качество такое хорошее. Бубенчик у него так золотой видно из-за того, что он черненький. Еще он на подушечке сидит, подставочке. Вот такой вот серьезный котофей. Черныш. Слушайте, качество прям хорошее за 50 рублей. Прям вообще отличное. Динамир. Набор конструктор. И не знаю, три всего их или больше. Так, насечки нету. Есть инструкция, как собрать. Вот кто нам, птеродактиль какой-то попался. Конструктор из трех частей. Два крыла и туловище с головой. А, ну он с ногой идет, крыло. Простенько. Монстра Стретч. Собери всю коллекцию. Мы монстры-тянучки. Знакомые монстры внешне. И кто тут нам? О, вот кто нам попался. Зубастик, глазастик. И с обратной стороны, да. Не стали раскрашивать. В принципе, можно и самим раскрасить. Кому заняться нечем. Ну, можно так потянуть. Чуть-чуть. И смотреть только с одной стороны. Еще один пакетик Дина Сити. Это такой мультфильм. Дина фигурки сюрприз. 9. Собери всех. Нам сестренка попалась, главного персонажа. Такой вот она с цветочком на голове. Качество хорошее. Подставка летая. Классненькая такая. Теперь мне хочется посмотреть на вот этот подозрительный сюрприз. Surprisimals. То есть, ну, название не подозрительное, а вот вид очень даже. Нарисованы здесь плюшевые игрушки с кристальными глазками. А на сайте заявлено, что будет резиновая игрушка. Ну, посмотрим. Так, шарик выглядит. Наверняка это закос под Surprisimals. Не оригинальная эта игрушка. Хотя и тут написано даже. Кто-то красненький нам попался. Коллекция.
Кто-то может краб, хотя нет. А, ну да. Нет, это что-то... Что-то непонятное. Какой-то олень красный с голубыми глазами. Или кто это? Вот даже пищит. В общем, игрушка. Даже не знаю, как отреагировать на такое. На непонятное существо. Еще чем-то отдаленно, если его зеленым сделать, на Гринча похож. Следующий откроем большой пакетик с сердечком Барби Экстра. Что-то там всего много напихано. А попадаются здесь браслеты с вот такими украшениями на этот браслет. Вроде бы. А, еще наклейки, еще постеры, еще пазл. Браслет со съемными стоперами. Стоперы. От слова стоп. А, ну пазл такой мы собирали с вами. У нас есть видео. Значит, тут одинаковые пазлы попадаются. Да, дочь? Да. Собирали мы такой. Наклейки, по-моему, тоже такие же. Да. И раскраски. Тут даже одинаковые попадаются. Ну, браслетик так что-нибудь новенькое тут попался. О, да. Какой-то тузик тут. Сердитый в шапке голубой. И, наверное, все-таки это как логотип Барби. Можно продеть. И ходить красоваться. Что это за тузик вредный? Кто-нибудь знает? Это питомец Барби. Ну, в принципе, логично. Почему он такой недовольный? Не знаю. Не нравится, какую шапку ему нацепили, что ли? Скажи, есть такой брутальный пацан, и мне какую-то малышневскую шапку надели. Браслетик мягенький прям. Мягкая резина такая. Вот так вот выглядит пазлик. Теперь давайте откроем шарик. Low Surprise Sunshine Makeover. Здесь куколки должны менять цвет на солнце. 8 сюрпризов вместе с куклёхой. Шарик явно пенопластовый, легкий. Взлепили открывашку. Что у нас тут выпало? Подсказка. Цилиндр фокусника плюс часы. Шарик сам белый. Тут куколка. Это штрих-код, чтобы ни с кому не сделали из магазина, видимо. Потому что не везде кладут. И вот коллекция. Вот это классная. Это с обложки. Это редкая. Вот это ультра редкая.
А нам какая попалась, а? С обратной стороны, вот он, со всеми куколками, плакатик. Бутылочка такая, с цветочками. Какая-то весенняя прям. О, какие тут штанцы с топом забавные. Тоже, гляньте, прям топ с цветочками. Рюшечки такие. Какая-то весенняя девчонка нам попалась с цветами. Ободочек тоже с цветочками. Я уже догадалась, что нам попалось. Стихами заговорила. Сандалики бело-розовые. И сама куколка. О, какие у нее красивые волосы. Вот такие вот. С сережками. Ой, оно в жизни даже прикольнее, чем на вкладыше. Розовые у нее тени, сережки цветочками розовые, даже веснушки у нее розовые. Ну, цвет волос такой интересный прям. Медно-золотой. Сейчас оденем. Вот такая красотулька. Прям весенняя девчонка. И бутылочка с цветочками, сама вся с цветочками. Звать куколку Блоссом. Пошли мы солнце искать, как оно цвет меняет, чтобы вам показать. Два цветочка на голове у нее меняют цвет, ну и правда, и обратно они белеют очень быстро. И все. Ну а так она мне все равно нравится, яркая девочка. Стой, не хочет стоять. Коробочка Happy Box серии «Зебра в клеточку». Игрушка плюс карамель. Коллекции 6 игрушек. Посмотрим, кто нам попадется. Сюрприз от сладкой сказки. Нам попалась Поля. Очень правильная зебра. Нежное создание. Конфетки тоже с изображением персонажей. И разные вкусы у них. Манго, клубника, банан. Две клубники, банан. Вот она, зеброчка. Вот такое. Хвостик так торчит, как у чертика. И нос большой и красный. Губки сердечком. И ушки, как у зайчика. И последний на сегодня сюрприз. Большой бокс. Скибиди туалет. Кто не знает, это кринжовый анимационный сериал, шоу. Ну, по-другому, мультфильм или мультсериал. Здесь нам должно попасться 12 персонажей из этого мультика. Вот что-то вот такое здесь должно нас ждать. Давайте начнем. Тут у нас одна какая-то есть отковыренная. Тут нам первый попался. Нет, не хочет стоять.
Ага, сзади упростили, не стали раскрашивать. И кто это? Какой-то мэн. Что это у него голова в виде чего? Надеюсь, нам скибидист попадется-то. А так, в принципе, стоит. Не прям ужасная фигурка. Какой у тебя? Ой, еще один какой-то. Вот эти, насколько я поняла, они положительные персонажи. Которые вот мэны какие-то. Не знаю, кто это, камерамен или что-то другое. Кто знает, а сзади, видите, тут этого раскрасили. Не поленились. Это у нас был второй. Третьим кто там? О, вот сзади такой изображен. Веселой головой в виде чего-то, колонок каких-то. Тут уже его раскрасили. Не, ну в принципе это нормально. Бокс этот обошелся мне в 720 рублей, по-моему. Ну, это не будет стоять, да. Четвертая ячейка. Даша, аж конфета вывалилась. О! Тут моська прям есть. Как компьютер, наверное. В плаще. С серебряными пуговицами. Тоже не знаю, кто это. Кто знает, обязательно напишите. Вообще, он очень популярный сейчас, этот мультик. О, вот он! Нам попался горшковый товарищ. Вот он, скибидист. Вроде бы как. Я поняла, как у него шея длинная. Это как... Вроде бы как они агрессивные существа. То есть они... Вот эти сражаются с этими. То есть добро и зло. Где туалет какой-то? Что-то у него несколько как-то в двойном каком-то унитазе он сидит. Видите, у него две крышки и получается несколько сидушек. Неплохого, кстати, качества вроде бы. Угу. То есть повторку даже можно найти? Ну, как-то не очень. О, еще один унитаз. Давайте сразу всех выговорим. Еще один. Другие, да. Унитазы разные. О, какой интересный. Так, и последняя ячейка. Ну, а теперь будем рассматривать. Вот такой. Кто-то. Забавный. Тоже не будет стоять. Еще один с интересной головой. Костюмчики. Этот будет стоять. Похожий на вот этот горшок. Тут этот с длинной шеей, этот с короткой. Это еще как руки есть. Унитазы, конечно, забавные. Так, не все будут стоять унитазы. Так, у нас два унитаза было. Где еще один? Вот еще один. Тоже с длинной шеей.
такой мексиканец. Хе-хей, я мои маракасы. Прикольный. Нестоячий. Вот такой веселый. Угу. Тут уже с голубыми пуговицами. То, что стоять не хочет. И вот такой. Похож на вот этого, но немножко другой. А может, это один и тот же, просто исполнение другое. Одинаковые они, нет? Кто знает. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Мне больше всего понравились Тира, куколка Лол и котик на удачу. А тебе кто? Напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!